Интерактивные анимационные программы, пешеходные экскурсии с театральными представлениями, знакомство с главными военными памятниками региона. В проекте приняли участие свыше 300 детей. Более половины из них – ребята с проблемами опорно-двигательного аппарата и психического развития, слабослышащие. Организаторы придумали программу давно, но не решались ее провести. Ответственность слишком велика. Когда в этом году мы решили поработать с еще одной школой, конечно, опять эмоции повторились, нам опять было страшно. Мы не знаем, как разговаривать с этими детьми, как общаться. Учились на ходу, мы, конечно, изучали литературу. Мы, конечно, проходили отчасти онлайн-обучение по взаимодействию. Несмотря на все сложности, проект с успехом прогремел в регионе. Татьяна и Юлиана останавливаться на этом не планируют. В бой рвутся уже новые идеи. Например, экскурсионная программа «Прогулки с крошечкой-хаврошечкой». Проведение пешеходных экскурсий для детей социально незащищенных категорий населения по нашему городу. Это разные тематики, которые мы будем отрабатывать и уже готовить такой интересный продукт. И надеемся, что осенью мы его презентуем.